Погрузиться в военно-полевой быт. Вот уже третье лето чебоксарские старшеклассники проходят учебные сборы в лагере «Синева». Какие новшества ждут ребят в этом году, узнавала наша съемочная группа. Пять дней лицом к лицу с армейскими трудностями, жизнь в палатках и интенсивная физическая подготовка. Этим ребятам предстоит пройти курс молодого бойца. За короткое время они научатся стрелять, ходить строем и прыгать с парашютом. Последнее испытание самое интересное. Подъем в 3 часа ночи, предпрыжковая подготовка и посадка на самолет. Они не теряются, совершают прыжки достойно. Кричат, довольны, звонят своим родителям, радуются, еще хотят. Но у нас есть предел, один прыжок за один сбор. В этом году к юношам присоединились и девушки. До этого их к военному быту не допускали. Но настойчивые представительницы прекрасного пола добились своего. На протяжении 2 лет поступали обращения от девчонок, которые просили тоже их взять с собой на сборы. Но я надеюсь, конечно, что какие-то поблажки все-таки девчонкам будут. Организаторы признаются, программа для всех ребят будет одинаковой, поэтому девочкам наравне с мальчиками придется проявлять волю и выносливость. Интерес к чему-то новому, прыжки с парашютом всегда хотела прыгнуть. Также научиться оборонять себя, защитить. Участие в сборах добровольное, а главное бесплатное. Желающих проверить свои силы много, но для начала каждому претенденту придется пройти медосмотр. Лагерь будет принимать ребят весь июнь. Почувствовать вкус солдатской каши смогут около 500 чебоксарских школьников. Надежда Давыдова, Вероника Павлова, Александр Яковлев, Вести Чувашия.